Это наша бабушка. Привет! Привет всем, привет! Мы тут стали вам снять апельсинчики. Такие деревья. Это апельсины, еще зеленые. Вот так растут. Прямо над дорогой целые сады. Красота. Хочется сорвать, но рвать не будем. Это чужой сад. Просто поснимаем. Думаю, ругать нас не будут. Йоанна, пары портокаля. Пары, пары. Папа наш. Такие вообще супер апельсинчики. Красота. Это февраль месяц. Сегодня 10 февраля. Мы выехали за город. Красота. Лимоны какие! Апельсины, апельсины! Пьёсига, пьёсига, пану, пьёсига, прокалу! Такие апельсиновые деревья, апельсиновые сады, лимоны в феврале месяце. Супер, супер! Вообще лимоны и апельсины растут везде, везде! У каждого в огороде всегда есть лимоны и апельсины деревья. Только лимонов на деревьях вы вообще никогда не видели. Магазин Toyota. Новые машины. Смотрите. Красота. Сегодня 10 февраля, наверное, 15-20 градусов. Вот наш папа, бабушка. Йоанна! Йоанна! Подъезжаем в город Коринфу. Такой маленький город за Афинами. Посмотрите, какие здесь дома, постройки. Дома больше 2-3 этажей не строят. Из-за частых землетрясений. Дорога такая простая, деревенская. Уже скоро подъезжаем к нашему месту. Едем мы 120, уже 130. По дороге, конечно, приятно ездить. Не жалко и денег на машину. Подъезжаем, едем в Коринфу. Хорошо, там с другой стороны море. Есть здесь такие туалеты над дорогой. Сделаем чуть-чуть остановочку. У нас ребеночек. Ради него.
бабушка. Стоянка за угол дороги. Такой красивый город приехали. Коринфо называется. Небольшой городочек. Все города в Греции над морем все туристические. Летом здесь не пройти, как наш Крым. Возле моря посидим, чуть-чуть прогуляемся, посмотрите местность. О, машина. Там уже пешеходная дорога. Въезд на машинах запрещен. Такой небольшой городочек. Люди живут и зимой, и летом, не выезжая отсюда. Ищем, где на припарковаться. Но мы хотим поближе к морю, чтобы можно было погулять. Такое красивое море, местность, красота. Такая водичка. Здесь люди ловят рыбку. Вода такая. Ой! Там даже рыба есть. Не буду, знаю, будет вам видно. Маленькие рыбки. Ракушки. Коринфо. Мы вообще сейчас пойдем на детскую площадку, погуляем чуть-чуть. Сегодня такой день хороший. Такая хорошая погода. Яна уже научилась ездить на нашем самокате, который мы купили на прошлой неделе. Наша бабушка, привет! Привет всем! О, какая дорожка тут красивая. Фонтаны. Пришли снимать фонтаны, а их уже выключили. Ну, в обед же были, наверное, да? Мы пока не дошли, фонтаны уже потухли. Ну, что, посмотрим и так. Где-то есть у нас. Такая лошадь красивая. Очень-очень красиво даже. Вот наша Иоанна. Красота, конечно, фонтанчики, вот и фонтанчики, успели. Там нет, там не включили. Наш папа. Наш ребенок. Да, ну,
ее подушку. Собирайте, ну, братья, за мной, а их не будет мушки мазить. Все, то... Мушки мазить. Показывает, показывает. Леро. Включение дорога, возвращаемся в Афины. Снова платная дорога, все возвращаются в Афины, машин 8 рядов, наверное.